На сцене Дворца культуры «Арктика» зажглись новые звезды. Уже в эту субботу в столице Ненецкого округа пройдет закрытие 76-го творческого сезона и церемония награждения его участников. На генеральной репетиции «Виват Артист» побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Творческие коллективы Дворца культуры «Арктика» готовятся к генеральной репетиции концерта «Виват Артист». Давайте пройдем за кулисы и посмотрим, какое настроение у них. С боевым настроем и улыбкой, без капли волнения, студия «Театр Остров» готовится к выходу на сцену. Пока сохраняется интрига, и театралы не знают, какую номинацию они выиграют, но они верят и надеются на высокую оценку их творчества. Но пока что все это держится в секрете, мы даже не знаем, но мы знаем, что наш спектакль зрители восприняли с большой теплотой, что всем очень понравилось, поэтому надеемся, что какую-нибудь номинацию все-таки возьмем. Ну и я тоже думаю, что-нибудь возьму. Меня попросили прочитать мой прозаический отрывок. Надеюсь, что-то получу. Каждый концерт во Дворце культуры имеет свою тематику. И «Виват Артист» не стал исключением. Концепция закрытия 76-го творческого сезона будет соответствовать тематике года науки и технологий. Несмотря на пандемию, все коллективы достаточно трудно вернулись в прежний очный формат проведения мероприятий. Безумно рады, безумно трудно. Трудно, я повторюсь, да, действительно безумно. Трудно, безумно рады, потому что на самом деле... Без зрителя это сложно. Очень сложно переформатироваться на новый лад, понимая, что зрителя нет в зале, что нужно говорить на камеру, что нужно общаться со зрителем, который будет смотреть нас по телевизору, по монитору компьютера, да, или там на гаджетах. Это очень сложно, но можно. Как мы уже поняли, мы можем все. И это у нас тоже получилось. Но такое закрытие творческого сезона нам гораздо роднее, поэтому мы этого очень ждали и очень волнуемся. Так что приходите, будет очень познавательно, интересно, будет очень много номеров, как новых, так и те, которые прогремели в этом творческом сезоне, не пропустите. Несмотря на то, что в округе совсем недавно ослабили ограничительные меры для проведения культурно-массовых мероприятий, творческие коллективы успели покорить сердца зрителей. Каждый творческий сезон на сцене зажигаются новые звезды. Этот год не стал исключением. Каждый творческий сезон, конечно, у нас новые открытия, новые достижения, о которых мы, собственно, и говорим на церемонии вручения премии «Виват Артист». И такие номинанты, претенденты будут на нашем концерте, новые лица, новые звезды. «Будь звездой» – такова финальная песня нашего концерта. Поэтому все мы звезды, и все мы открываемся по-новому, как бриллианты, у которых много разных граней. Креативная команда Дворца культуры «Арктика» приглашает на закрытие 76-го творческого сезона своих зрителей. Традиционно в программе церемония награждения артистов и лучшие номера сезона 2020 и 2021 годов. Напомню, концерты пройдут 22 мая в 17:20. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, телеканал «Север».